Приготовлю картофельную запеканку со скумбрией в сметанном соусе с чесноком. И для этого мне понадобится картофель, помидоры, свежая скумбрия, майонез, сметана, чеснок, лук и сыр. Начну с того, что сделаю маринад для скумбрии. В миску положу мой любимый майонез и сметану в соотношении 1:1. Сюда же натру на мелкой терке чеснок. Обильно посолю и поперчу, а на саму рыбу специи добавлять не буду. Маринад готов, буду резать рыбу. Я купил охлажденную скумбрию и разделал ее на филе. Теперь нарезаю ее вот такими вот кусочками и отправляю в маринад. Рыба в маринаде. Теперь все хорошенько перемешиваю. И можно собирать запеканку. Возьму форму, смажу растительным маслом. Теперь выложу первым слоем картофель. Я отварил его заранее, помял и добавил яйцо. Сверху на картофель я выложу помидоры, которые порезал вот такими кружочками. Помидоры необходимо немного посолить. На помидоры насыплю репчатый лук. Я порезал его мелким кубиком. Ну а вот на лук я уже буду выкладывать замаринованную скумбрию. Сверху выложу оставшийся маринад. И закрою все картофелем. Почти готово. Но сверху у меня будет еще сыр. Я, как всегда, взял гауду. Равномерно распределяю по всей поверхности запеканки. И будем запекать в духовке. 30 минут при температуре 200 градусов. Время вышло, запеканка должна быть готова. Ух, как видите, я прав. Без слов. Переложу быстрее на тарелку. А как пахнет скумбрией. Мой свояк Илья обожает скумбрию и все блюда с ней. Илюха, вот тебе еще один рецепт на заметку. И не благодари.